Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Древняя легенда гласит, морепродукты являются одним из самых сильных афродизиаков. Ну, наконец-то у нас в Твери открылся ресторан морепродуктов. Это и белок, и омега-3, и йод. Поэтому сегодня давай с тобой шиканем. Я пошла смотреть, как наши гребешки готовят. А как вас зовут? Акбар. А вы здесь шеф-повар? Да. Как давно работаете? Месяц. Это только здесь или вообще? Только здесь. А это что это такое у вас? А это боксерская перчатка. Сеточка прям металлическая, прикинь. А это у нас устрица императорская, а это хасанская. Прям в Волге выловлено? Я каждое утро в 5 часов встаю, иду ловить их. На самом деле наши морепродукты приезжают с Владивостока. Если ты захотела насладиться морской кухней, тебе не обязательно далеко ехать. Ты можешь зайти в ресторан Пиногриджи и попробовать самые свежайшие морепродукты. Но ты только представь, в центре Твери ты можешь попробовать самые свежие морепродукты со всего мира. По-моему, это здорово. Я все прекрасно понимаю. Это же наша земляника. Это наша земляника. Она будет с гребешком. Не земляника с гребешком, а гребешок с земляникой, с нашей весной земляникой. Только свежие морепродукты, наши с тобой любимые морские гады. Все это в ресторане Пиногриджи на нашей любимой Трехе. Ну что, моя дорогая, раз в неделю обязательно рыбный день. Договорились? Ничего себе, красота какая. Привет, что делаешь? Кофе пьешь? Сколько стоит? Сколько? 5 рублей. Интерьеры вдохновляют на позитив. Хочется срочно сделать что-то нужное и мотивирующее. Сегодня меня ждут интересные задачи. Класс, слушай, мне здесь вообще так нравится. Все так удобно, красиво. Ты давно здесь работаешь? С открытия? Ну и как? Естественно, что нравится. Посмотри, в каких условиях ты работаешь. Я тоже всегда мечтала работать с людьми. Рада была помочь. До свидания. Слушай, ну это, по-моему, здорово находить выходы из самых сложных ситуаций, да? Нравится все такое новенькое, красивенькое, чистенькое. И ЗП нормальное. Мы продолжаем наш тренинг продаж. Мы с вами остановились на втором этапе. Как ты считаешь, какой второй этап продаж? Я думаю, нужно выявить потребности клиента. Как ты считаешь, что такое выявление потребностей? О, держи. На диете? Как прошел мой рабочий день? Очень насыщенно и в то же время очень здорово. А я тебе раньше не верила в том, что у ТП-банки созданы все условия как для работы, так и для отдыха. В отличной компании. Ой, какая дверь красивая, мне прям нравится. Смотри еще, она с двух сторон разного цвета. Мне прям
очень-очень подходит. Так, а тебе какая? Вот это? Ну, не знаю, мне нравится. В конце концов, мы мне дверь выбираем. Смотри, прикол. Ла-ла-ла-ла. Нормально. Вообще, ну все, я пошла. Вообще класс. В прихожую дверь с зеркалом. Огонь. Мне вот этот нравится, вот этот ламинат и вот этот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такая ситуация. Мне нужен ламинат в комнату. У меня собака, кошка, двое детей. Прежде всего, надо обратить внимание на технические характеристики товара. На класс износа стойкости, на толщину ламината. Самый устойчивый – это 34-й класс стираемости. А с эстетической точки зрения, можно обратить внимание на фаски. Фаска – это такая канавка, которая имитирует дощатость пола. При ней создается эстетическое впечатление, то, что лежат доски. Да-да-да, вот смотри, вот здесь вот это такая. А вода туда может попасть и потом начнет портиться ламинат? Нет, вода туда не попадает. О, кстати, винил. Смотри, какая прикольная штука. Это альтернатива плитке. Ее можно в прихожую, на кухню, в лоджию, даже на дно бассейна. Прикинь, с ней ничего не будет абсолютно. Спасибо большое. Ну все, мы с тобой купили все, что хотели. Здесь, кстати, бесплатная доставка. Остается только надеяться, что уговорим мужа все это сделать.